Рекомендую посетить канал под названием «Горящий пукан». Два мужика стримят каждый день с 9 часов вечера до 2 часов ночи по Москве. Играют они исключительно на официальных серверах. Также на канале регулярно выходят нарезки самых интересных моментов со стримов. Если не знаешь, что посмотреть вечерком, тогда заходи на этот канал и смотри интересные стримы. Заинтересован? Тогда все ссылки в описании, бро. Получилось так, что у нас хватило вот ровно, понимаешь? Просто вот ровно. Четыре ракеты и две сихи, чтобы дойти до печек. Скрэпов 255, веревочки, отлично. Так, сульфура забрал, закину жариться. Вот же суки, взяли раздолбали, а? Какие-то ироды. И не лень было ведь. А, так они обе раздолбили. И стрела почему-то торчит. Что? Стрела торчит с нашего дома. А, они прошли, проскочили, понял. Так. Может, как хотели поставить их? Как хотели? Сюда-то, помнишь? Одну туда, одну сюда. Не-не-не, пускай, пускай. Мы-то... Ой. Берданочник заебал он. Это этот, желез. Два хедшота, тер! Идем. Закрыл. Он не умер? Он здесь, нет. Он слева стреляет, серо, он не зашел домой. Два хеда с калаша, ну. Вот он, слева долбит. Выше уходит. Два хеда минус. Отлично. Чуть не убил, сука. Полтаю его. Хилюсь. Берданку забрал. Чё там? Чё, голенький, пойдём? Что ли, ломать, ты слышишь? Алло, блядь. Это ещё и русский, что ли? Нахуй, это ещё и русский. Придём, тебе ещё раз пушки поломаем. Будешь здесь ломать там что-то. А-а-а, вот что это за членососы делают. Я понял. Окей. Тер, у нас будет рейд. Я уже понял. Так, я пока что прийти в крафтинг. Крафчу. Mm-hmm. Так, я поставлю всё равно пушку эту. Ну, как у нас стояло. Блин, что текстура еле прогружается? Вообще не втыкаю. Идёт ещё один. Печки я зарядил. Так, что у нас там по сульфуру-то? Он, наверное, наплавился? Ну да, я в порох переделал все. 1240 пороха. Так, пока что 16 перекидываю. Ясно, вот кто у нас вредитель оказывается. Так... Берданка, все это дело я скидываю. Шприцы оставляю, броню скидываю. Да, так. Нам помогло будет полутать животина, тогда деревца. Так, так, так. Мы, в принципе, можем сейчас крафтануть одну сиху уже. Ну, у нас остались же эти. Ну да. А, даже вообще сихи мы можем накрафтить, потому что у нас два ноутбука. Сихи, 6 есть. Угу. Можно нормально, чтоб... Пойдем сгоняем на РТХ, переделаем эти ноутбуки. Да, сейчас гол. Блин, им просто нельзя дать развиться. Видишь, как они поставили фундаменты? Яблоки? А, да и вообще, слышь, изи-бризи. Нам две сихи сделать, крышу им взорвать примерно, где лутовая прочухать. И все, нам даже двери не нужны. Ну да, в принципе. Он зажег. Давай прочекаем. Слева где-то, короче, да? Ну, нам надо прям на крышу как-то, блин, попасть к нему. Волк, я запрыгну от него. Я тоже. Так. Вроде вот там у него выступает хата. Можно сверху спрыгнуть. Да-да-да, можно наверх попасть.
Так, костер. Не, тихо. У него тут еще и печки тер. Вообще огонь. У него это все в упор стоит. К дому. Ну, фу, блядь, к дому. Короче, ты ох, понял. В упор ноги к выходу. Да, гуфи. Сука. Сейчас бы ноги, говорит, ломать с первого этажа. Так, идем, короче, переработать. Да-да-да, я иду, я слева пошел просто, я обходил дом. Это я. Сука, ну, блядь. Турельки? Угу. Сука, такой тупой. Вообще, да нормально. Это я со скалы упал, ноги сломал. Так я понял, что это ты. С первого этажа, блядь, сука, такой, блядь. Такой тролль сидит там. Ого. Ракеты. Так, все, закидываю. Блин, конечно, тогда, получается, проще было бы нам 4 ракеты скрафтить и просто в крышу вдолбать. Ну чтобы да, 4 высыпалось. Может, сделаем это? Да, сделаем. Но все равно надо было ноутбуки перерабатывать. Пойдем. Это может берданочник сидит сверху? Ну, которого мы убили. Все может быть. Нет, он в дом зашел. Да, минус. Нет, не зашел. Он с чего-то стрелял в меня теперь. Бердан поднял. Поднял? Да. Броню да. Забираю. Ты что, ты заебал ломать нахуй? Идем взорвем. Да им разъебал, он под ноль, блядь. Да, да, да. Ну так раз у тебя произошел нечаянный случай, давай махнемся, я тебе калашную Томпсон. Да, смысл. Ну, в смысле смысл? Я-то профессионал Томпсона. Ну да. Ну если да. Если хочешь, конечно. Ну давай, давай, чё. Только патронов себе придется тебе скрафтить. У нас что-то как-то нету. А, не, есть, вру. Угу. Так, и прицельчик сейчас я скрафчу на Томпсон. Так, пойдем сначала прочекаем. Может быть, он все-таки крышу еще не закрыл. Дверь он поставил? Не вижу я. Да. Да, поставил. Окно? Ну да, чтобы стрелять в нашу сторону. Оно было до этого? Нет, он только что построил это. А, он вперед, что ли, выдвинул? Ну да. То, что ты разрушал, если что. Да, у него, видишь, есть. Короче, пошли через окно. Ну, не через окно, а там, где окна. Через дверь. Стой, 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 Боня. А? Вот здесь вот. А, что, ну, есть дыра? Нет, нет. Блядь, Сер, сзади меня. Ты минус? Нет. Отступи. Походу, мне некуда отступать. Отступаю. Сейчас я сихи закину эти. Ё-моё, вот это мне впаяли. Сейчас подсоблю тебя, Тер. Один Беретта прыгает наверх у тебя. Наверху один, на скале прям. Иду к тебе. Ты где? С какой стороны? Внешка, где дверь я? Они спускаются. Идут на меня, к дому нашему. Я хлопану. Давай. Давай, давай, давай. Сзади. Нет, подожди. Ага, давай, давай. Хэд дал. Перезаряжаюсь, иду за ближний дом. Минус один. Красный Бонни, 2 хп. Хилюсь, хилюсь. Блять, хилюсь тоже, 18 хп, он красный. Солнце на их стороне. Хилюсь.
Минус. Молодец. 5 хп. Хилься. Только спустись ко мне, потому что это сейчас берданка может выскочить. О, тер. Пацаны вообще, ребята. Ты где? Так, здесь, я берет найти не могу. Все, захилился? Нашел, да-да-да. Калаш же у него был, у одного, нет? Да. Где он? Бумага. Я берданку только подобрал. Нашел, все. Все? Все, уходим. А, идет. Хэдшот минус, все. Все, пошли. Так, они сейчас придут, они, видать... Ну, он с карты шел почему-то, тер. Это какие-то залетные, походу. Ну да. Ну вот, калаш тебе раздобули. Это еще один. Было. Угу. Хорошо, что они начали по мне стрелять, а то так бы и не увидели, наверное, их. Так, а теперь продолжаем наш план. Захват. Ну, моя маска у меня. Какая до этого была. Так может быть это тот, который тебя убил? Спину. А ниги-ниги надо будет посмотреть. Ниги-ниги. Нига, нига, так. Так, ракетница взял, ракеты есть, шприцы у меня имеются. Все, пошли. Обожди, я выложусь. Не было там патронов на берету? Есть, дроп. А, ты... Ага, давай, спасибо. А то я маленько израсходовал. Да ничего, бывает. Ага, бежит какой-то. Умансовал. Короче, идем с передухи, правильно? Да. Угу. Я иду. Накинул уже это все. Перезаряжаю гранатомет. Пострель не в дверь. Сейчас бы сишки, главное, эти не подвели. Там дерьмо. Он уже все переносит, пока это дерьмо взорвется. Бля, ты серьезно? Лучник сверху. Понял. Да, терчу, не ахти пока что. Она не взрывается. Да ёб... Да ладно, я буду постреливать. Не трать патроны. Я на скалу, Бонни. Угу. Только смотри, там на 360 надо крутиться. Нет, тер, это жесть. О, есть. Спускаюсь. Наконец-то. Так. Аккуратно, ловушки могут быть. Слева нету. Хотя там дверь. Взрывайся сразу, зато кусок-то дерьма. Надо было зайти. Все. Внутри тоже так. Вот, у его лутовая. Сейчас. Не ходи. Я открою. Там бегает, слышал? Угу. Выбил. Не идем пока. Угу. Турель, тер, турель. Бля. Перезаряжаюсь. Попробую забагать. Надо было мне попробовать, может. Нет. Тихо, он там. Убил его. Так. Хилюсь.
забагу. Красавчик. Блять, сер. Ой, чуть психу не кинул, ё-моё. У него КД. Пипас увидел я. Вовремя. Разрядил. Подожди. Еще один. Дробаш, тер. Он сейчас. Там? Да-да-да. Залетаю. Минус он. Все. Дверь поставил. Хотел поставить. Ага, все. Так, контроль-выход, тер. Патроны. Так, сейчас инструменты достану, просто контроль-выход. Чё, бля, написано на спальниках? Бонни? Вредитель. Хренов. Тер над нами. Пришли. О, понеслась. Так, хилюсь до сотки. Так, еще хилюсь. Там высокий, по-моему, подъем, тер, да? Им будет сложно запрыгнуть? Не сложно, но прыгать им надо будет. Так, минус. Топор минус. Так. Рейд говорит, я. Минус, все, кровать. Лутаю. Так, шприцы забираю сейчас. У тебя что, по шприцам нормально? 8. А, шприцов, да. Угу. Так, берданка нас контролит точно. Камера плюсом. Серы много, тер. Так, трубы. Спрыгнул. Я хилюсь, Бонни, хэд дали. Справа был, справа. Он у нас здесь уже? Первый. Да. Так. Так, давай. Хорошо. Дай-ка. Блин, тер. Он справа. Да? Да. Нету там никого. Нету? Калаш, да? Пришел. Да, я здесь на выходе слева сел, короче. Угу. Там он был. У тебя убили? Нет, я его убил, там он сидел. Все, 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 красава. Смотрю дальше, тер. Шкафа здесь нет? Нету. Билда есть. Все, давай, лутай. Двое тер прямо у нас. По-моему, фуловые. Калаши. И берданка. Прострелами долбят. Калаш над нами. Тер, мы встряли. Так, я все, я руку не смогу забрать. Силюсь. Ты стреляешь с калаша? Да-да-да. Угу. Нам просто главное отсюда уйти сейчас. Разряжаюсь. Минус, минус, фуловый, минус один. Аккуратно, прямо есть берданка. Над нами калаш. Есть. Калаш удерживают. Так, ну, точнее, ты понял. Блять. Сейчас я долутаю. Перезарядка. Жалко, что турель не отключена была. Да, ее разбить можно как-то, нет? Или долго это? Не, разбивать не будем. Нахера. Теперь давай думать. Надо вырубать этого берданочника. Идет. Вверх-право. Ну ты бы в одну сторону сел бы лучше. А, да-да-да, все-все-все. Попал. Попали. Угу. Слышь, а может нам это... Блять... Не дает, да? Нам бы влево уйти. Его погнали. Кого погнали? Берданочника? Да, блядь. Че, выходим?
Пошел. Давай. И влево. Налево, давай. Налево. Давай, давай, дружище. Я мансую постоянно. Вышли? Слушай-ка. Смотри, тишина. Тихо, 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 нормально все. Лёль, вон он. Спрыгает там. Ушли. Так, все. Отлично, Тер, это просто найс. Е-мать меня в щели. 128 хай-квалити. 5000, да, 5000 сульфура. Жареного 500. Просто вообще кайф. Вот это я, вот это жара просто. Да, пойдем. Так, да? Я и не понял его кровати вот этих вот с Бонни. Чё за бред? На фиг знает. Так, скидывайся, там мест, правда, нет. Да, я скидываюсь. А, я ж там вырубил фулового тер. С берданкой и калашом, походу, он был. Так, калаш красный. В нижние. Калаш красный, в смысле, вражеский? Да. Так. Бинты. Так, что в сейфе? Вот, пружины закидываю. Сейчас шприцов тер возьму. Угу. Фу. Так. Все, взял, иду. Надо к пещере прокрасться. Я говорю, там лежит чувак, походу, с калашом, потому что был калаш и берданка. Стреляли. Один вот. Ну, калаш на скале он. Не-не-не-не, здесь прямо живой, я его убил. А, он я там понял. Слева ага. Лежит. Сейчас я этого попробую залутать, а ты вверх смотри. Окей? Да-да-да. Да, лежит, чувак. Очень много шприцов, фулл броня. Патронов почему-то не имеется. Калаш взял? Калаш взял, есть. Уходим опять, все. Да я хотел турель доломать им. Да, сейчас доломаем, просто такими набегами давай, чтобы прикрытие было, чтобы, ну, лут-то переносить как-то надо, правильно? Нормально, все, молодцы. Надо будет где-то к домику. Вот, за нами бежит, посмотреть. Убей его, пожалуйста. Минус хочу. Ага, все, сейчас я закидываю эту бодягу и идем там доламывать все. Тем более, там инструментов больше нет уже. Ты же все выкидывал, правильно? Нет, нет, нет. А, не все выкидывал? Там нет, там замес. А, взял патроны, слушай, у меня 104 было, куда-то я что-то в глаза долблюсь. Два хедшота минус. Так, броню закинул. Ну, я меч с собой прихватил. Он быстрее разбивает. Так, давай туда, я возле кабины. Иду, иду, иду. Возле какой? А, вижу. Это ты там? Да, нет. Прыгаю. А, ты, все. А что ты там как это, в прострации бегаешь? С этой анимацией новой, вообще жесть. Ебать, медведь. Хор. Это я. Вот, у него, короче, дальше была дверь и вправо еще дверь. Ну, эти двери все. Ну, нам не нужны. Это точно весь лут. Нет, понятно, да. Ясно. А вот шкаф, кстати говоря, перед нами стоит. Ну да. Их бы выселить отсюда. На самом-то деле. Было бы вообще отлично. Игма особен. Голд особен? Настя. Голд Настя? Да. Лёль. И особенный. Бывает. Зарейдили их, блядь. Не знаю, я на ники не смотрю, когда убиваю. Да я тоже, только сейчас тут посмотрел. Не надо было нам мешать. Вот он тебе, пожалуйста, бывший тиммейт. Дает своим чувакам ломать нашу турель. Шкаф забрал. Так, тер, там кто-то у нас есть. Так, о, забрал вот эти штуки еще. Так, меч новый взял. А что в печках-то было? Руда железная, я все спиздил с деревом вместе. Ага, все, костер забрал. Все, пойдем. Зачем вредить-то, я не понимаю. Поселились, ну и поселились. Чего вредить-то? Все равно взорвали. Да ну, все началось-то с турелей. Нам наши турельки-то жалко.
Не, ну, ух ты, моя сладкая, все я осталось. Тебе принес покушать. Вот теперь так, у тебя 33. Теперь сосед через реку, ну блин.